НАБУ завело уголовные дела на двух депутатов Верховной Рады. Производство открыто на основании анализа сведений, приведенных в электронных декларациях. Кроме этого, еще одно уголовное производство открыто в отношении судьи. По всем трем делам досудебное расследование продолжается. В Одесской области проблема с выплатой субсидий. Об этом на заседании парламента заявил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, проблемы появились после деятельности команды Михаила Саакашвили. В Одесской области произошло стихийное бедствие. Повреждено здание морвокзала, разрушено несколько памятников архитектуры, а самое главное, полностью разрушена вертикаль государственного управления. Название стихийного бедствия – торнадо Миша. И сегодня мы имеем ситуацию, когда команда Саакашвили довела до того, что в Одесской области самые худшие показатели по целому ряду направлений, в том числе по предоставлению людям и назначению субсидий. Я поднимал уже этот вопрос на прошедшем части вопросов правительства. Я хочу попросить министра социальной политики доложить о том, что сегодня делает правительство. Я знаю, что вы взяли под личный контроль эту ситуацию и хотел бы узнать, каковы результаты. В свою очередь, министр социальной политики Андрей Рева, отвечая на вопрос Гончаренко, сказал, что в Одессу направят специальную правительственную комиссию для изучения проблемы. Вчера заступник министра социальной политики Мущинин разом с віце-прем'єр-міністром Кістіоном перебували в Одеській області. І одне з питань, яке вони вивчали, це стан справ з наданням субсидій і організації допомоги Одеській області в вирівняні ситуації. Доповідь ще мені поки не поступила, але загально я вчора розмовляв по телефону з паном Мущининым. Жахливі їхні враження від того, що там відбувається. Ми зараз готуємо робочу групу, яка вийде в Одеську область і надасть практичну допомогу районам Одеської області в тому, щоб вирівняти ситуацію з призначенням субсидій. По словам міністра, в течение місяця ситуація в області стабілізується.